Вы допустили потерю дорогостоящего обмундирования! Его стоимость будет вычтена из вашего жалования! И вы будете служить, пока вам не исполнится 510 лет! Потому что вам понадобится именно столько лет, чтобы оплатить комплект силовой боевой брони модель 2, который вы потеряли! Доложите об этом в арсенале! Получите новый комплект, а потом вернетесь и доложите мне рядовой свободным! Если ты мне понравишься, можешь звать меня Серж. Но знаешь что? Ты мне не нравишься! Понятно? Отлично. Вы теперь одеты по форме, и я предоставлю вам уникальную возможность. Мы начнем все сначала. Как будто я никогда не видел вашей противной рожи. Нравится такой вариант, солдат? Рядовой, вы все еще без формы. Я дал вам прямой приказ пойти и получить обмундирование. А ну, прочь с глаз моих и не сметь показываться, пока не будешь выглядеть как солдат, а не как чучело огороды! Вы уже второй раз попадаетесь мне без формы, солдат! Третьего раза не будет! Солдат, что вы тут делаете? А ну-ка, марш на пост! Идиот! Не смей обсуждать приказы начальства! Скажу прыгать, будешь прыгать! Скажу драться, будешь драться! Скажу беречь за родину, умрешь без разговоров! Я ясно излагаю!